солнце все равно вылетает смазка. Снова встали из-за перегрева. Какая-то вибрация. Заклинил шрус. Сейчас не можем двигаться дальше. У нас все та же проблема. Вот и все. Такие приключения. Двигатель перегревается, вот встали на стояночку небольшую. А также из шруса все равно вылетает смазка, он перегревается. Не знаю, в чем дело. Может быть, когда я сваривал, там как-то тепловые зазоры изменились. Не знаю, типа детали села одна. Ну, надеюсь, что прикатается. И потом уже забью смазки основательно. Хочу посмотреть настройку клапанов, почему-то все равно правый цилиндр перегревается сильно. Возможно, поджат выпускной клапан. Сейчас буду проверять. В общем, проверил клапана, все в порядке, не знаю, почему перегревается. Может быть, что-то с компрессией уже случилось, может, надо синхронизировать карбюраторы. Я этим еще не занимался. В любом случае, попробуем так тихонечко доехать до Коломны, а после буду разбираться, в чем конкретно проблема. Спрошу у ребят на форумах. Снова встали из-за перегрева. Хочу сейчас отсинхронизировать карбюраторы. Возможно, в них дело. Хочу настроить каждый карбюратор по отдельности. Сейчас завожу сперва на левом цилиндре, потом на правом. Ну, в общем, в интернете посмотрите, как правильно настраивать карбюраторы. Проверил свечи, они черные, значит, смесь очень богатая. Сейчас опустил иглу ниже, надеюсь, как-то это решит ситуацию. Ну и буду продолжать дальше синхронизировать, пытаться настроить все-таки. Настроил, но теперь тот цилиндр перегревается. Ну хотя бы уже проблема ясна в чем, что это дело в карбюраторах. Через некоторое время, пока мы стояли на обочине, к нам подъехал мотоциклист, который предложил свою помощь. Это был Илья Чукалов. Многие оппозитчики знают его, ну а нам посчастливилось познакомиться с ним лично. Шукай, не включено? Давай попробуем другую. Да сейчас еще раз посмотрите, страшно было. Да. Как Совика никогда не было, но у меня вазовская зажигалка стоит. Вот. С вазовской зажигалки искра всегда хорошая. Есть, да? Мы настроили карбюраторы, поменяли свечи. Но из-за длительной стоянки сел аккумулятор, и нам пришлось запустить двигатель от мотоцикла Ильи. После этого мы попрощались и разъехались, каждый по своим маршрутам. Вот такие удивительные встречи происходят в пути. Возможно, вот
тебя это самое. Ты сейчас не знаешь света. Возможно, у тебя диоды не вылезут. Мы уже выехали на трассу, остановились вот на такой стояночке возле заправки. Решили перекусить немного. Время обед, потому что Даша уже здесь располагается. Сейчас я сюда как-то помещусь и будем кушать. Чтобы видеть показания одинаковые на термометре, я решил датчики закрепить вот в этом месте. Этот пока еще не сломался. А вот этот теперь такой. Посмотрел свечи заодно. Нагар уже намного лучше. Здесь кирпичного цвета. С той стороны его практически нет. Ну, можно сказать, там свеча еще новая. Сейчас поедем дальше. Покушали. Сереже удалось отрегулировать карбюраторы. Сейчас температура практически одинаковая. Буквально несколько градусов отличается. Остановились, потому что началась какая-то вибрация. Также остановился подписчик, дал немного нам на бензин. Очень приятно, спасибо тебе большое, если ты смотришь. Какая-то проблема со шлюзом, да, Сидуш? Да, перегревается очень сильно. Вода кипит. А я охлаждаю сейчас. По-моему, заклинил шрус. Класс. Не вертится. Маска вся вылетела оттуда, и он работает на сухую. У меня нет пустой смазки, поэтому я чуть-чуть маску туда залил обычного. Надеюсь, что хоть как-то это поможет исправить проблему. Кажется, я придумал, где взять смазку для шруса. Я из передней ступицы, из подшипника, там такой отсек. Он полностью забит смазкой должен быть. Я оттуда сейчас попробую скользить взять и заложить туда. Надеюсь, поможет. Надо открутить вот здесь.
и там должно быть много смазки. Чтобы добраться туда до смазки, надо снимать подшипник. А мне что-то это совсем не хочется. Ну, возьму здесь верхнюю, которая есть. Хоть чуть-чуть. Случилась небольшая неприятность, срезала просто вал. Ну, я вам покажу. Поэтому мы сейчас не можем двигаться дальше и вынуждены остановить машину, чтобы она добуксировала нас до ближайшего сервиса. Мужчина сказал, что сможет помочь. Сейчас будем цепляться. Куда-то за раму цепляем. Потому что... Ну, не знаю, вот так есть. Гостиница есть, тут кафешка. Кафешка, ага. Кстати, довольно-таки вкусная. Я здесь несколько раз пришел. Спасибо, здесь хорошо. Довольно-таки хорошо. Ну, этот, да, тут, если что, переночевать можно. Запчасти тут есть, как хорошо. Я даже сейчас я забегу сюда. У меня замок зажигания выделывается. Вообще замечательно. Дотянул нас Вячеслав до парковки. Здесь такая большая территория, есть душ, автосервис, всякий шиномонтаж, кафе и многое другое. Наверное, ночевать уже будем здесь. Сейчас я снимаю коробку, шрус, соответственно, ну и со шрусом пойдем в сервис. Либо же попросим, чтобы заварили и как-то, не знаю, отбалансировали, что ли. Либо попросим, чтобы сделали новый. Ну, как-то так. Такие приключения. Ага. Вот так вот все это дело обломило. Скорее всего, по сварке. Оп. Да. Муфту тоже эту резиновую уже поела. Из-за высоких температур она начала плавиться. Но у меня есть еще одна запасная. Возможно, поставлю ее. В автосервис мы приехали уже почти к закрытию. Работают они до 6 вечера. Соответственно, настроение у всех уже было нерабочее. И помогать какому-то путешественнику на мотоцикле с ремонтом непонятно чего никто не хотел. Нам сказали, что сварщика уже нет на месте. И когда он приедет, тоже никто не знает. Поэтому я понял, что ждать помощи тут особо не от кого. А рассчитывать можно только на себя. Ну все, купил я шрус, в принципе, почти что такой же, по стоимости 2400, а не 900 рублей. Ну, надеюсь, что этот проходит намного дольше.
Сегодня на ночь остаемся здесь, возле автосервиса. Завтра утром уже Сережа будет делать шрус. Сейчас раздвигаем модуль и будем готовить ужин. Вот и все. Решили немного поужинать. Дашуля готовит в таком замечательном чугунном казане нам ужин на кокосовом масле. Будет у нас сегодня булгур с овощами и фасолью. О, какая красота получается. А это еще не все. Еще не готово. Ну что, еда готова. Осталось сделать кофе. Кофе, сухое молоко и сахар. Такой вот бодрящий напиток. А с кофе у нас сушки с маком, печененьки и где-то еще были конфетки. Ну что, друзья, вот и заканчивается первый день наших путешествий на вот такой вот замечательной парковке рядом с трассой. Мы поужинали, сейчас отдыхаем. Ложимся спать. Ну а завтра с самого утра я встану и займусь шрусом. Надеюсь, что в ближайшее время это последние такие поломки, которые встречаются у нас на пути. Друзья, всем привет, а вернее доброе утро. У нас уже утро наступило, сегодня туман, по градусам, ну, относительно не холодно, сейчас около 6, ну, ночью было около 3. Ну, в модуле было тоже, не сказать, что очень жарко, но не холодно, где-то 16-17 градусов, ну, а под одеялом, конечно, намного теплее. Сейчас умываемся, идем в туалет, готовим завтрак, и я начинаю ремонт. Ну а дальше снова в путь.
Я договорился с мастером сервиса, чтобы взять необходимый мне инструмент за отдельную плату и выполнить работу самостоятельно. Так как старый шрус восстановлению уже не подлежит, нужно было искать новый и изготавливать аналогичную деталь при помощи УШМ и сварочного аппарата. На этом мы и договорились. Забегая вперед, денег с меня за пользование инструментом никто не взял. Отпилил. Сейчас получается надо сварить вот эти две детали вместе. И вот эти две. И эту к той приварить еще? Нет. А. Просто вставить. А, поняла. Ага, ну давай. Класс. Что, я варил дальше? Ну все, шрус я сделал, заварил. Собственно, вот так получилось. Получилось достаточно мощно. Варил инверторным сварочником. Вот эта часть будет вставляться вот так. Надеюсь, что будет работать. Купил густую смазку на всякий случай, ну там подшипники смазать, либо в шрус засунуть, если вдруг смазка вылетит из-за перегрева. Но надеюсь, что не будет такого. Все выдал, сколько можно. Не налазит. Ну, значит, тут использовать. И надо вот это как-то. Вот, ну, сюда. Хорошо. Или так. Этот получше ходит, чем тот. Намного. Еще приработается, притрется. Сейчас поставлю новую муфту запасную. Ну и будем где-то искать еще одну на запас. Все нормально. Друзья, ну все, шрус я сделал, уже постановил. Сейчас собираемся и выдвигаемся дальше в Коломну. Друзья, у нас все та же проблема. Перегревается шрус. Видите, сколько смазки из него выкинуло на ходу. Хотя мы проехали буквально километров 10. Вот так. В общем, я постарался выровнять эти валы, то есть вал понижающей коробки и вал обычной коробки, чтобы шрус не так сильно изгибался во время движения. Ну, соответственно, будет меньше трения. Я подложил вот здесь гайки и вот такими длинными болтами, какие были, сейчас пытаюсь все это стянуть. Ну и потом поедем, посмотрим. Надеюсь, что в этот раз все будет хорошо. Давайте подведем небольшой итог первых двух дней нашего путешествия. В первый день мы проехали примерно 80 километров, причем 10 из них на гибкой сцепке.
и около 7 раз останавливались на обочине из-за технических неполадок. Во второй день мы проехали уже примерно 120 километров, смогли самостоятельно починиться и наконец-то прибыли в Коломну. Несмотря на все те трудности, которые встречаются у нас на пути, мы продолжаем верить в лучшее, путешествовать и радоваться жизни. Мы благодарим всех тех, кто поддерживает нас, особенно в финансовом плане. Как вы знаете, на YouTube сейчас нет монетизации, и любая помощь будет для нас актуальна. Как всегда, дополнительную информацию, ссылки, наш чат в Телеграме вы найдете в описании к видео и закрепленном комментарии. Всем большое спасибо за просмотр и пока!